И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега, Angry Panda. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, вам очень нравится рубрика «Аниматроники пугают охранника». Так что сегодня мы будем пилить трендовый ролик, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Так что, ребята, ставьте много лайков, если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Димон, а ты эту музыку классную слышишь? Ну да. Такая атмосферная, мне нравится. Ну, мне кажется, на записи она ее не будет слышно, люди, наверное, не будут ее слышать. Печально, да? Конечно. Посмотрим. Так, давай дальше. Спускаемся. Классный дом. Ты хотел бы тут жить? Так, это мы выйти не сможем, пока не пройдем всю ночь. Да, 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 ребят. Это такой челлендж, ребята. Прожить в ночь FNAF 4. Да, да, да. Так. Так, вот. Тут все есть у нас, вот кухня. Кстати, вот самое, Дима, зловещее место, это вот эта вот кухня. Как видишь, это она такая стрёмная, да? И я здесь поставил камеру, поэтому, Дима, понял? Вот. Я здесь поставил камеру, потому что это самое злое такое место, очень самое такое страшное. Там кто-то сидит. Чуваки, уходите. Пойдем. И чувихи. Пошли, Дима, наверх. Все, пойдем. Так, ну что, начинается самое интересное. Так, начинается ночка. Ребята, если вам нравится рубрика «Аниматроники бывают охранника», ставьте лайк, и ролик выйдет завтра. Завтра. А если не поставите, то выйдет послезавтра. Классно сказал. Да. А, Димон, мы же не показали, что у нас куча камер, поклацай. А, да, 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 давай, кстати. Так, вот видишь, все там фигачу. Так, смотри, это левая сторона, это правая. Опа, мужик, стой, опа. Мы еще не обустроились. Обиделся, ну ладно, дальше. Ну-ну. Так, третья камера, четвертая. О, вот они тусуются, у них тут дискотека. Пятая. Четвертая, пятая. Ага. Нифига себе ты камеру наставил. А, забыл расфризить, прикинь. О, все, Дима. А как тогда ее регулировать? Может стоп какой-то, стопор поставь? А вот доски есть, Димон, ставь стопор. Это какое-то жесткое дерево вообще у нас получилось. Как всегда, веселимся. Вот давай вот здесь вот стопор. Так, смотри, Дима, сработает? Может стопор надо поставить ниже? А ну, Дима, знаешь, как вот так типа его поставить? Стой. А. Вот так, давай. О, норм. О, нормально? Да, нормально. Да, можно. О, можно. Так, одну дверь запилили. Да ладно, что за читерская дверь? Ладно, давай вот так вот сделаем, вот эта штука. Не зря же я такую штуку брал. Ну, а ну-ка. Вот это мы подвинем, вот так вот. Смотри. А нет, пролази чуть-чуть сейчас, вот так. О, о, а ну да, я смогу, смогу я пройти? О, Димон, я знаю, как надо сделать, стой, стой. Давай. Мы тогда сможем на корточках проходить, а ну давай. Так, нет, мы и так можем пройти. Во, смотри. О, отлично. Пройти. Ого, крепкие будут резинки. Так, да? Да. Давай проверим, как дверь работает. Что-то резинки длинные. Не-не-не, Димас, так это... Какое-то тухлое получилось. О, Балунбой, привет! А чё, там уже кто-то к нам зашёл? Да, мужик там сидит. Работает? Всё, Димас. Готовы? Всё работает. Все готовы. Так, это мусор такой. Эта доска можно будет по голове кому-то дать. Да, это... Так, Димон, клацай камеры, смотрим. Так, да, смотрим, где кто находится. Так, так. Здесь. Кого? Кого? Никого. Чика-чика. Они могут камеры ломать или нет? Смотри, аниматроник. Побежал. Побежал. А, нет, стоит. Они, короче, тусуются. Ага. Друзья встретились. Что-то прыгают там. Веселятся. Так, так подожди, это они на нашем этаже уже, что ли? Да, 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 они уже на втором, Димас. Так, давай тогда приоткрой нам дверцы. Давай, открывай. Чтобы проветриваться, да, чтобы было все. О, а я позаглядываю. Я твои двери боюсь, они какие-то двери убийцы. Все нормально, да? Да. Так, быстренько хоп, нажимаю, и сразу две двери закрываются. Понял? Опа, кто-то шипит, так, а ну-ка. Нажимаю, все нормально. Так, Димас, смотрим по камерам, где-то уже кто-то ходит. Диман, закрой вот эту дверь. Вот эту? Да, да, да. Закрой. Ого, что? А, Саша, ты
Че такое? Я кто-то сломал, что ли? Не знаю. Я раз такое вижу. Я на камере смотрю. Как поржом. А че это? А вот, все нормально. Все заработало, ждем, ждем, ждем. Ушел. Ушел, да? Пришел. Фокси, Фокси бегает там. Так, а это у нас сторона рабочая. На, калитка. Заработало. Спаслись мы от аниматроников. Так, эту дверь открываем. Такая красивая. Заглядывает. Че надо у меня дома? Двери запилил. Марионетка! Да ладно! Димас, а вот эта штука так спасет нас от аниматроников? Вот такая вот калитка, смотри. Ну это не... Это знаешь, это... Это не калитка даже. Это какая-то стрёмная. Бабушки в деревне. Мне кажется, лучше будет. Как у бомжей каких-то. Так, давай по камеру посмотрим, где они там ходят-то. 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Всё, никого... Их нету вообще нигде. Пошли обход сделаем по дому. Да блин, а если... Или сыкаешь. Давай тогда откроем эту дверь. Какую давай, дверь? Открывай. Вот эту. Вот эту. Давай, заходи, заходи. Так, ладно, идем. Идем проверим, что тут у нас. Ты успеешь закрыть бы? Ну-ну-ну-ну-ну! Димас, беги! Видишь, как он голову снял или что он сделал? Не знаю, а ну включи там просто... камеру. Можно посмотреть? Так, а я не знаю, туда ведет камера? Нет, вроде не ведет. А, вот он! А, вижу! Смотри. Это Бонни, только он разрушенный прям совсем. А ну, Диман, открой дверь, я к нему упаду. Видно, будет мой фонарик там или так, нет? Так, давай вот эту дверь открываю. Я ее боюсь. Видимо, что-то с ней не так. В другую сторону надо. Во. А, во, точно. Эту вот прикрываем. Диман, смотри. А, смотрю. Блин, смотрите. Блин, он нас видит? А мой фонарик видно? Да, да, видно его. Может, не вопульнем? Типа, беги! Твоя дверь не открывается! Открывается! Это жесть! Я просто надо все время клавишу нажимать, я не успеваю. У вас что, в домике? Да. А мне как туда? А туда только на Е можно пролететь. Ой, на В. Вот, смотри, можно, Димас, одну дверцу приоткрыть, смотри. Во, эпик. Ништяк. Опа, да опа. Здесь кто-то там чикает, чирикает. Ага. Откроем дверь, проверим. Мужики! Успели. Ух, музыка классная. Диман, хотел бы в реальной жизни в таком доме ночью оказаться? Да ну нафиг с такими калитками, Димас, ты чё? С такими калитками в таком доме, не... Ребята, напишите в комментариях, какую нам следующую карту снять. Давайте приоткроем эту дверьку. Так, какую еще? Вот эту, да, приоткроем? Или это закрыл? Так, я иду прогуляюсь, Димон. Димас, хорошо, что я закрыл, там Фредди был. Смотри. Ну, мужик, ты чего? Это резинки от трусов, они очень крепкие, их никто не может поломать. О, Димон, а ну я могу дверь сам открывать, а ну стой. О! Ты их выталкиваешь, понял? Вот так вот делаешь. Вот, так я могу... Я могу сам заходить и... Там лифт идет. Вот включи камеру, он там ходит. Где? По коридору, вот. Не, в другой камере там был, я видел, вот он. Во. А я иду, кручусь и стою. А что, он заглючило его, что ли? Ну, стой там, иди сюда. А какой Windows аниматроник? XP. Да. Не, у них Android. Так. О, смотри, этот чувак переместился сюда. Опа, башкой мотает. Так, тут... Так, очень скоро, так... Кто-то пердит, Дима, слышишь? Да прям вот такой звук, как будто дед рычит какой-то. Пердит, кто-то в туалете сидит. У меня такой звук, когда в животе я есть хочу. Во-во-во, плюштрап, иди отсюда. Не вас, не, аккуратней. А он ничего не сделает. Дима, твой ускоритель какой-то убийственный. Смотри, Диман, сейчас камеру сожрет. О, блин. Это мужик, ты зубастый очень. Да, зубы у тебя, конечно, веселые. Мас, я выйду, пройдусь. Вообще не видно ничего. Вон он, Димас, иди сюда. Я иду. Два на корточках, может, нас не видит? Два на корточках подползем. Давай. Так. Димас, да что такое, блин, не пускают нас, блин.
Смотри, смотри, выглядывает. А может его дверью пофигачить? Уходи! У нас дверь опасная. Смотрите вас, я его дверью откинул, кстати, видел? Да-да-да, лупи его, лупи. Уходи, мужик, мы заняты. А, сейчас дверь сломает. Да ладно! Диман, беги! Блин, у него скример крутецкий. Ого! Что? Бей-бей-бей его фонарем, да? А можно его ногой пнуть вот так, смотри, с разбегу? Ого! Диман, смотри, как он отлетает от удара, смотри. Смотри. Давай, ногой-ногой его бей, Диман. Ах ты ла! Ай-яй-яй-яй-яй! Диман, но не любит, когда его башмаками по голове бьют. Че-то, видно, не понравилось ему. Я заметил эту дверь. Воу. Легче, легче. Так вон она сзади. Ну да. Она рядом. Здрасте, мы вас не пустим. Дима, надо быстрее тут дверь закрывать. Тут этот, спрингтрап. Они нападают на нас. Лежит, смотрит, смотри. Да. А что надо? У меня дома. А это ломает калитку. Грызет зубами. Побьем ее этой штукой. Да она большая, не влезет. Уходи. Я эту штуку бью. Она отлетает. Чё же, не такая крутая, аля? А, Димас, у нас дверь запогалась. Чё с ней? Димас, чё с дверью? Она не пролазит. Жирная корова? Она сейчас тебя сожрёт. Не-не-не-не. Она не может. О, смотри, кто к нам. Да как ты пролез-то? Как? Свети, 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 свети. А он уже карлик, он же может проходить. Так он пролез там в щелочку, как мышка. Сейчас нашли. Ой, Диман, доски отломались. Уходи отсюда, вонючка. Ай. А, Димон, за мной гоняется плюштрап, отвали, говно. Димас, заходи. Заходи, быстрей, закрывай. Закрыл, закрыл, закрыл. Диман, тут он на двери насрал уже. Не знаю. Ого, смотри. Обосрали калитку нам. Не, смотри, какой этот чел тут здоровый. Блин, там что, вас так много, вы наплодились? У, луду. Убийца вышел. Диман, извини, я думал, это аниматроник. Смотри, какая у тебя реакция, Димас, какая. Аниматроник. Давай, Дима, проходи, проходи. Мы сможем... Все, двери разламываем. Я разломал двери. Да блин, я не хотел тебя, Димон, убить. Вать. Выходим. Ого, там стекла и лопаются, ну нафиг. Беги. Бегу. На. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, с моего покемон Серега. И очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Все просили, чтобы мы записали рубрику «Аниматроники пугают охранника». Мы сегодня играем роль аниматроников, а подписчики будут выживать. Очень много зашло людей, поставили 16 слотов. И если вы хотите тоже с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Ну и не забывайте подписывайтесь на канал. Если убьете, кушайте. Приятного аппетита. Фух, все сказал, а мы начинаем. Так, ребята, давайте, когда будем нападать, дадим им немножко время, позаглядываем в окна сначала, а потом пойдем, да? Да. Ого, они сами друг друга поубивали, они так что... Они друг друга поубивают. Я, друзья, ну что ж, если вам понравилось это... О, чили пиздрик пришел. Ну что, идемте вовнутрь. Там уже подписчики ждут нас. Аниматроников. Это аниматроники. Вы что тут делаете? Воу, звук прикольный. А, они друг друга спамнятся. Пацаны, отлетать надо. На вы отлетайте. Они убирают. Это череда смертей, смотрите. Надо улетать, пацаны. Ой, на втором этаже тут весело. Бум. Идите на второй этаж, здесь вообще классно. А я, Димончик, иду к тебе на работу в пиццерии. А кто на Эдмар Фокси поставил? Бум. Димон, это что, лучше калитки, чем у тебя? Смотри, Димон. Не, хуже, походу. Хуже, хуже. Резинки от трусов выушные, ты новые постоянно ставишь. Да, да, я постоянно новые трусы использую. Резинки. Да кто там бегает с дубинкой? Что они тут наделали? В общем, мы их это...
Вам надо новые калитки поставить, эти уже бракованные. Так, да, так, ты чё тут ходишь? О, смотри, они тут, значит, уже лестницу обставляют, бомбы. О, я буду Энардом. Вы думаете, я не спущусь? А я спущусь, еще и два раза, наверное. Так, тут двери. Мужики! О. Так, я думаю, классный, кто-то на кухне сидит. Давай откроем дверь. Ах, кто-то не хочет открывать дверь. Диман, мочи их за это. О, жесть, ты чё, мужик? Это кого еще? О. Препятствие. Угу. Очень мощные. Ты как здесь проходить должен? А ну иди сюда, сейчас за ногу укушу. О, я буду крячкой. Иди сюда. Ой, кто-то тоже калитку на первом этаже поставил. О, да? Калитка уже дедушкина пошла. Так. Да кто трупа топтаемся, встань уже. Ай, больно, ничего себе калитка. Да, что-то на Диман... Уго, жгёт, ну слабо. Это тусовка аниматроников. Угу. Пижамная вечеринка. Никита. Ничего себе, твоя штучка очень мощная. Так, я чувствую, что на втором этаже нас ждет пекло. Да вот они сри тут стоят. Давай поднимемся на второй этаж, на втором этаже, наверное, много аниматроников. Да чё, гранату кинул, и текать! Охранников. Ого, жахнуло! Так, ладно, Димас, я пошел на улицу, посмотрю, как там. Короче, Димас, они, наверное, все на втором этаже сидят. Ты так думаешь, тоже, да? Да они этот дом взорвали полностью уже. Просто уничтожили, минус домище. О, смотри, видишь в окне этого? Да-да-да, на картофанах пошел. Вот он, Димас, поставил кучу бомб, я пролетел быстренько, они меня не активировали бомбы. О, Диман, давай ставим невидимыми. Ой-ой-ой-ой. Блин, пробежал мимо, не успел его замочить. На. Серега ходит как довольный такой, как на работу в пиццерии. Всех убивает. Пацаны, мы невидимые здесь в доме. Может, пусть на Димон бы оружие какое-то возьмут? А давайте, ребята, вы сейчас еще раз попробуйте застроить дом, мы пока пойдем все на улицу, давайте. Ловушки, да, пусть поделают? Да, пускай построят тут и калитки везде, на каждом проходе, и везде понаставят ловушек. А то мы уже все уничтожили, можно сказать, захватили этот дом. Они не успевают. Хорошо, выходим. Какие-то аниматроники смотрят в окно. Черт побери, что делать? Происходит. Димас, это классно. Только я маленький, аниматроник, вы здоровые. Ну конечно. Смотри, мы уже вырос. На кухне творится. На кухне настоящая готовка борща происходит. Какая настоящая готовка ловушек? Ловушки. Угу, сколько они поставили слева. Посмотри, лазеров сколько. Волк, загляни туда, на кухню к нему. У него жопа не пролазит, как всегда. Объелся у гамбургеров. Объелся, да, смотри. Ну, как будто на кухне уже стоит. Так, давай сюда сходим. Да, куда это сюда это? Так, надо поменять мне аниматроника, какого-то как жесткого. На дереве сидит. Кукушка. На дереве какой-то физган. О, я буду маленьким. Так, я думаю, калитки поставил. Ну, ловушки, наверное, уже все у вас, уже все деактивированы. Деактивированы. Так, ну что, волчара, давайте. Давай, заходим по одному. О, ого, ловушки. Ого, сколько дыма, вы чего? Знаешь, Дима, это напоминает, как будто мы штурмуем дом. Да, спецназ против террористов. Есть такие игры, где там надо будет дом вот так вот штурмовать. Так, 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 тут ловушка, я его специально... Ай-яй-яй. Они на своих же ловушек и погибают. Т4, здесь, кстати, трудно. Опа, я прошел. Дружище, а ну-ка иди-ка сюда-ка. О, Диман, тут калитку вижу, какую-то конченую. А ты это можешь ее отодвинуть так. О, я вижу чью-то тень. Серега, ты на первом этаже ходишь, а у тебя голова торчит на втором. Идите на второй этаж, я вам покажу, что они тут сделают. Я вижу эту калитку, бешено, она меня бьет. Да не эта калитка, дальше иди, проходи. Ай! Ой, кто-то еще и пострелял. Да смотри, они оружие расчехлили. Ну все, пацаны, расчехлёс пошел. Сейчас мы вас тоже расчехли. Так, кусай за жопу его. А, у них даже дробовики крутые. О, я вижу, короче, волчару на втором этаже. Убил. Так, волчара, пошли. Чё за калитка бешеная, алё? О, успокоил её, нет? Ого, у вас охранников здесь миллиарды. А, ну все, пацаны, вам хана. У них еще в чем прикол, двери горят, понял? Ого. Серега, давай телепортируйся. Нет. Так, пацаны, вы где? Атомная бомба. Нет. Я убил.
Я убил его. А там щека. Чуть не взорвало меня вообще. Так, возьму-ка я Балору, давно не балерун нам был. На! Танцевал. Есть. Во, красавчик какой я. Так, а ну... Ах, тут вокруг дома еще бегает какой-то. О, я могу двери хавать. Класс. Оп, промахнулся. А, не кусай! А, Димон, мне живот, кишки пробили. Зашьешь их. Да не. Ай-яй-яй-яй-яй! Вы че их стреляете? На! Отлично. Сладкая смерть. Да блин, дайте зайти, она меня выталкивает пулями. Так, пошел на второй этаж. Блин, Димон, да что ж ты такой... Вы меня с Серегой теперь будете убивать каждый раз. Я, Димон, не хотел, ты так просто быстро из угла выскочил, я думал, что это враг. Ага, да, враг. Ого, на кухне какая прикольная тема. Ого. Ну, Димас, идите ко мне на кухню помогать. Иду, иду, Димончик, спускаюсь. Здесь чувак сделал крутую баррикадину и стреляет. Не пускает? Да, вообще бешеный. Вот Серега пришел, он не может пройти тоже. Так, я иду, пацаны, ждите. Тут надо силу, надо... давай, Серега, я тебя надавлю сейчас. А где кухня, на первом этаже? Кухня, да, на первом. Ого, тяжко, Димас, тяжко. Ого, тут гранатами забросали. Смотри, что они делают, они на улице чекают нас. Ого, у них тут банда. Бандиты. Чувак, теперь я отомстил. Нормально. Всех убили. Охранники что-то как-то очень слабоваты. Мочу. А ты засранец. Ну убейся. Ой, сейчас отодвину твою магину. На. Ого, столько взрывов. Ты чё тут дымище? Ты чё тут меня хочешь убить? Ого. Добрый день. Димон, они нас убивают. Да нет, они меня не убивают. А меня мочат. Мы их убиваем. Я позвал самого маленького брата, идите сюда. На тебе. Во, какой кабан. Я... Ай, РПГ в живот. Так, а ну иди сюда. Видимо, я им отомстил. Я тоже, Димон, отомстил. Во, я... Знаете, как хорошо вас всех видно откуда? Во, видишь, Димас? Во, вижу, Димончик. Ай, блин, обсирашку кинул. Крыша, десант пошел, десантура. Ты чё от меня хочешь? Сверху. Видел, я сверху нападаю на них, короче. Так, нормально, мы их всех убили. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Стаканчик, Семка, King and Fire, Quest. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Здорово! Сегодня у нас очень классная рубрика, которую вы любите смотреть на моем канале и набирать миллионы просмотров. Аниматроники пугают охранника. Карта FNAF 4, которую мы не записывали 1000 лет. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Как всегда, ваши любимые бабушкины калитки. А ну, пацаны, понажимайте кнопки, проверим, что все работает. Так, прижимная работает, отжимная работает. Отлично. Ну что, выживание началось? Аниматроники сегодня очень злые, надо быть очень внимательным нам. Слышь, ты, чили... Эй, наваливаемся все на калитку, наваливаемся, толкаем. Отлично. Я пролез. Не, все... Да как ты пролез? Ты же толстый маленький челепиздрик. Ты должен был свалить отсюда. Калитка наверх поднялась. Я зашел. Так, ребята, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Это кто издает такой конченый... Эй! Держи! Нажимай! Один наш пожар... Эй! Зря ты калитку сел! Надо строить... Ребята, сейчас мы построим заново калитку. Покажу, как строится. Кто не знает, вам все покажу. Ставите прибор. Прибор. Ставите коллитейшн. Берете веревку. По уголкам. Вот так вот. И вот так вот. Берем толкатель. Вот так вот. А ну-ка, проверяйте кнопки, работает? Отлично. Ребята, все отлично. Бабушкины калитки, как всегда, рулят. Внимательно слушаем.
Пока будем использовать кнопки в самый крайний момент. Будем просто толкать калитку своим весом. Надеюсь, это поможет. Толкаем, толкаем. Так, где наваливаемся. Ушел, ушел. Так, на эту сторону пошел, ребята. На эту сторону. На улице красный туман. У нас все по канону FNAF 4. Эй, пацаны, вы что там делаете? Эй, блин, да ну что ж мы так играем, не внимать. Я специально подался, чтобы было интереснее. Аж смешно, да, стало, Серега? Подался специально. Да, я подамся. Я все это время у тебя за спиной стоял. Да ладно, да ну как? Должно быть справедливо, ты несправедливо играешь. У аниматроников справедливости нет, главное убить охранников. Что это за звук конченый? Это тихо-тихо-тихо-тихо. Сдавим, давим на ворота. Давим на ворота. Он вырубился. Выкручился? Серега, у тебя батарея слабая. Это у тебя, конечно, не от Nokia. Nokia говно. Какой? Nokia класс. 3310, ты шо? Вообще, 100 лет 1% только снимется. Ну, говорит, нашел телефон в 94 году. Положил пиджак, до сих пор заряжен. Слушаем. Он в шкафу, да как ты там оказался? Эй, включайся, ой, подлец. Проснулся. Это разве честно? В шкафу оказался. А он выйти не может. Хе-хе-хе-хе. Дорога, ты выйти не можешь со шкафа. Опа. Сломался. Да блин, я чуть штаны не наложил. Серега, ну это же... Говняшек на валяшек, да? Говняшки не валяшки. Надо запомнить эту пословицу. Так. Хорошо, Серега. Я знал, что ты злой аниматроник, но не настолько. Ты прям вообще молодец. Испугался жестко, кстати. Я даже не ожидал, что будет смертельная схватка. Слышите? Слышите? Он опять там что-то делает, химичит. Дышит, вот он, вот он. Да? А, тихо! Фу, блин, это всего скример, это всего... На другую сторону быстрее бежим! Так, пацаны, с той стороны тоже стойте, мы должны с двух сторон стоять и контролировать. Ой, давайте поудаляем двери. Все, всю карту удаляем. Ах ты, блин! И испугался, и испугался. Ничего. У тебя зачем может прийти? Кстати, он когда пугает, нету быстрого бега. Вы можете только медленно ходить, шкандыбать. В невидимке. Да? Вот жопа. Да ты задрал! Слышь, ты, пугач! Мне уже этот... Я на стуле стал выше сидеть, за то, что я кучу навалил. Зато кирпичный завод откроешь. Сразу жопа прессу их. Кирпичи в виде формы жопы. Собаки гавкают, что такое? Вы его слышите? О, мелкий. Держите, держите, держите ворота. Держи, 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 максимально толкайте вперед. На другую сторону, быстрей! Он сейчас сюда придет. Мелкий! Да ты задрал, обманщик! Нормально, нормально, держим. Привет, привет. Вы его видите? Нет. Ну его слышно. Он где-то ходит тут, прям рядышком. Ого! Он сверху. Это что за челепиздрик тут ходит? Где-то, где-то, где-то он ходит. Я прям внимательно слушаю. Ладно, двери толкайте, потому что он реально может их открыть. Сверненько. Тогда он реально ходит и хочет нас замочить. Но у него не получится, потому что лучшие охранники собрались на этой карте.
Серега, хватит пугать. Вот он! Толкаем ворота все вместе. Есть. На другую сторону идем, сейчас сюда придет. Ты что тут делаешь? Ты рукастая чучело. Блин, я его не слышу. Где ты? Я стрелял. О, шкафу. Слышь, ты шкафный. Ага, точно, это тень падает от него. Я так внимательно слушал, сосредоточился максимально сильно. Вот лапа. Серега, мы тебя видим. Я знаю. Он в шкафу. Вот какой кабан пришел. Ого, у него челюха. Ого, пацаны умирают один за одним. Да ну я же как бы, ну, этот, стоял там на люстре. Серега, молодец. Молодец. Давай, испоганься. Так, все работает. Все работает. Ого, калитки лупашат. Закройте за мной дверь. Да ну блин, а! Ну Серега, ну что ты такой хорош? Это тебе месть за то, что ты это меня мучил в прошлых видосиках. Я тебя не мучил, какими калитками мучил. Бывшими. Буду теперь каждые 10 секунд приходить и мочить тебя. Нет, я не разрешаю. Все, ребята, закрыли, и пусть будет так работать. Чтоб Сереге было тяжело к нам подобраться. Ой, наш. Видите? Наш там остался, заходи. Давай, попробуй, Серега, зайти. Подвинь калитку. Тебе не хватит силы. Ты уверен, Дим? Да. На все 100%? Да. Точно? Да. На все 110%? Да. Проверь. Ой-ой-ой. Да ну как? Ну ты читер. Ребята, ну он специально так делает вещи. Мерзко. Так. О, давайте сделаем сейчас наоборот, дуэль сделаем, что Серега должен нас бояться. Я удаляю калитки. Да ты задрал! Так, пацаны, берите все оружие. Сейчас мы выдвигаемся на аниматроников. Готовы? Конечно. Так, я взял оружку. Серега, взял админский пистолет. Если ты меня попадешься на глаз, я тебя замочу. И смой в унитаз. Прям складно сказал. Да блин, значит сердце не встало. Хватит. Ну Серега, ну ты сильно... Ты знаешь, я реально испугался. Еще этот скример на весь экран. Прям немножечко очково. Испугались? Обострались. Нет. А, он взял аниматроник, который бьет на расстоянии. Да ты задрал! Как ты нас убиваешь? На первом этаже, что ли? Серега читер. Привет. Нет. Вы меня просто не видите. А я стал под таким углом, чтобы вас мочить. Да ты задрал, марионеточный урод! Нифига себе она лупашит. Всех сразу, да, убила? Так. А кого, какое оружие взять? Идемте, пацаны, не сыте. Да ты смотри. Чучело мяучело. Он, короче, в комнате сразу справа. А, через стены, да, мочит? Ну, там проем есть, мы там... Ой, да блин, да что ж такое? Да, он там, походу. Жутко псих. Давай, выходи, секунд. Выходить? Да. Ой-ой-ой. Давайте, пацаны, наваливаемся. О, стойте.
Знаете, что надо взять? Красные гранаты, красными гранатами забрасывать. Так, оружие. Ой, а он тут. Слышь, Серега, я сейчас буду злиться очень сильно. Сейчас, пацаны, не переживайте. Нашел. Так. И берем оружку и красные гранаты. Так, где ты? На, попей. Та, смотри, что ж такое, а? Сам от гранаты сдох. Ты слышь, ты? Я буду нажаловаться в суд. Давай. Ой-ой-ой, кто-то кинул красную гранату возле нас. Какой же это умный человек? Это Серега. Не, это квест. Okay. Хорошо, пацаны. Надо его... Где же он ходит? Он дошел к... Просто... Серега, ты задрал! Как с тобой бороться? А? Ну, догадывайся. Сейчас, ребята. Что мы сделаем против Сережечки? Серега, тебя резать буду. Это была месть за всех пацанов. Ну, обидно то, что я убил всех. Слабо? Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Дима Скромник, Нига и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 4. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Фокси у нас сегодня будет аниматроником. Мы будем выживать. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Слышишь? Во, музычка начинается антуражная. Заходи. Так, в следующих сериях, ребята, я забыл уже сказать. Мы начнем строить бабушкины калитки, как в тех сериях. Слышишь, он разговаривает постоянно. Хочет нас, короче, напугать. Не ведись. Это он! Ой, он там. Ой, как он. Я переоделся в Боньку. Его убить можно было бы. Офигеть, вот это взрыв был мощный. Еще! Тут, короче, кишки на карте разлетаются в разные стороны. Где? Я его вижу. Тут картины, короче, поотлетали. Ой, привет. Так. Где он? Ой! А, беги! Офигеть, ничего не видно. Пошел. Фонарик главное не включать лишний раз. Так, отличненько. Ой! На лестницу лучше не иди. Я понял уже. Я тут, короче, шкерюсь. Подарочки кинул. Бум! Ой, кто-то нашел. Как всегда, у нас куча мин наложено. Картины валяются, не надо тебе? Картина Пикассо. Расставили мины, сами не знаем, куда мы спрятали. Нормально, пойдет. Так, знаешь, что мы еще возьмем, чтобы мы видели Half-Life? Так, давай, короче, смотри, я заминирую здесь проход. Смотри, кто там. О, сидит. Привет, как дела? Там добрый. Смотри, он вообще, с моего роста, когда сидя. Не знаю таких добрых. Вот так, на всякий случай. Я подумал. На! Молодец. Мои поздравления. Оп, зашкеримся. Но! Он тебя убил. Да ладно. Димас, беги. А мне... А, у него на голове, кстати, бомбу кто-то приклеил. Ай-яй-яй! Ты меня убил, я хотел сзади... Как всегда, ребята, у нас настроение классное. Надеюсь, вы поддержите лайкосиком и подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. На тебе еще разок. Блин, откуда он... А что ты решил эти мины набросать? Там находится. А вот он. Неси, все нормально. Так, где взрыв? Так, клацаем.
Так, это не тот дым. Вот белый есть. Офигеть. Во, погнала жара. Он ничего не увидит здесь. Офигеть, вот это мы здесь устроили. FNAF 4 сегодня тащит потихоньку. Это дом ремонту не подлежит, я так понимаю? Эй, ты чё? Этот дом сделан из адамантиума. На! Ах ты ж лоб. Где он? Как-то дыма не сильно много, но будет больше дыма. Хотя не, нормально, желтого пойдет. На. Нажимай, нажимай, нажимай. Активируем, активируем все. Мы еще так, кстати, не играли. Почему раньше дымовухи не использовали? Это же сильно вообще. Так, у нас есть белый, желтый, фиолетовый есть даже. О, фиолетовый. Плохо пахнет, если честно. Нормально, пойдет. Выкуриваем аниматроника отсюда. Так, все, вроде все активировал. И дым, белый. Не, мне кажется, желтый самый сильно лупашил. Красный, нет, грин. Ты же нас не видеть не должен, да? Я бомбу поставил, тебя слышу. На! Так, я валю отсюда, надо немножко улететь. Ой-ой-ой, и зеленый, и фиолетовый, как вы хочешь, есть дым. А, он на меня пошел. Весь дом завоняли. Ой-ой-ой. Выйди на улицу. Ну-ка, что там? О-о-о-о-о. Что-то уж слишком жестко. Чего? Жестко. Активируй, активируй эти еще. Отвали! Отвали от меня! Кулачками, кулачками включай. Походу он меня не видит. Я зашкерился, я зашкерился. Офигеть, что-то мы там устроили. А, вот этот. Че, гранаты еще есть. Красный, вот так. А! Эй! Он ходит здесь, он ходит. Отвали от меня! Он сзади меня бегает постоянно. Да смотри, он меня находит! Нашел, нашел, ладно, замечил, пойдет. Так, где, где, где? Сейчас я Да я улечу, это жестко. Да, ему подарок. Давай, выходи на улицу, подлый трус. Бегает как. Вот это вечеринка. Не, ну такого мы реально не делали еще. Он психует, что ничего не видно. Офигеть. Это жестко. Давай еще, 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 чтобы он нас не нашел. А, еще, еще, еще. Мы же прятки в тумане в следующий раз сделаем. А что? Неплохая идея. Ай-яй-яй, он меня видит. Нет, не видит. Офигеть, вообще сильно. С домовухой, взорвай какую-то ядерную бомбу. Привет.
что-то стоит. Я скерюсь от него специально. А если расскажешь, ну... Ой-ой-ой. Так, я шкерюсь. Говорят, что туалет самое секретное место, чтобы спрятаться. Все, я скерюсь в хате. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ой, ой. А ты сюда не можешь попасть. Это место для меня. Одного. На. Отомстил за всех. Да, да, да. Офигеть. Я тоже помогаю. Давай, давай, давай. Короче, я на улице буду, то там сильно жестко. Эй, привет! Мы встретились с ним. А вот он где. Он за мной ходит постоянно, скажи ему что-то. Отвали от меня! От тебя воняет. Я убежал. О, помогло. Он меня ищет. Реально, двойной прыжок меня спас. Так, вот тут это дерево. Ничего себе. Так, 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 я вижу. Я зашкирился хорошо, мне нравится. Меня граната убила, моя же по голове дала, представляешь? Да ладно. Да, такого еще ни разу не видел. А ну давай, один на один, я с админским пистолетом. Я тебя жду. Давай. Вот так, значит, ты заговорил, давай. Ах ты ж лопатик, он меня убил. Стой, давай еще раз. Все, я готов, давай еще разок. Где он? Так, так, так. Сейчас будет жесткая война у нас с ним. ПВП, один на один. Ну ты где? Где-то я в доме. Я выглядываю, что-то не наблюдаю его. О, кто-то в доме фиолетовые бомбы зафигачил. Отлично. Пойдет. Убил. Замочил? Да. Да. Замочил. Хорош. Еще разок, не? Давай. Вижу. Это я. Давай, иди. Я бомбы активирую. Ой-ой-ой. А кстати, а ты знаешь, что ты пистолет можешь взрывать? На правую кнопку мыши, я нажал, спасибо. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Angry Panda и Catmax. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. И сегодня мы играем на карте FNAF 4, вы поставили очень много лайков. И сегодня у нас рубрика «Аниматроники пугают охранника». Ну что, я должен буду провести ночь в этом доме, а аниматроники будут на меня нападать и немножечко пугать. Пацаны, вы готовы? Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Я закрываю калитку. Так, подождите, не идите, дайте мне пару минут, и вам ловушки сделаю, чтобы было прикольно. Многие просили, чтобы мы как-то сделали... Че, бомбы поставили. Ну, сейчас мы все сделаем так. Чик. Опа, первый лазер есть у нас. Так, так, так. Чтоб не прошел плюш-трап. Четко, как-то криво светит, че, бомбу криво поставил. Давайте одну здесь поставим. Чик. Красота. Еще возьмем бомбочек. Ого. Давайте здесь. А, они уже идут.
Где моя комната? Двери, а чё двери не закрываются? Двери заели, говорил, поменяйте двери. Привет, тут никого нету. Я тоже хожу, его ищу, не могу найти. Убегаем. Ах, блин, увидел, что я маску снял. Ах ты хитрый. Красавчик, ладно. Нормально, продолжаем. Вот мне музыка нравится на этой карте. Она такая эпичная, а очень атмосферная. Ребята, если вам нравится эта карта, ставьте лайкосик. Так, где они ходят? Пока никого нету. Посмотрим. Так, дверь закрыта. Слышу, слышу, ходят мужики здоровые. Покупаемся ванной. Привет, я купаюсь. Все хорошо. Ого, у него костыли большие. Ой. Все нормально, купаюсь, все хорошо. Фух, ушел. Ой! О, привет, марионетка. Я душ принимаю, в ванну. Ушел? А, нет, стоит. Так, 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 стоит, стоит. Hello, hello. Все нормально у меня. Пошел я в свою эту комнату спать буду. Да что вы хотите от меня? Я просто хожу здесь, ищу охранника. Так, 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 все хорошо, ребята. Немножечко убежали. Есть, отлично. Сидим. Нормально выживаем. Так, за окном никого нету. А, блин. Привет, привет. Я стою здесь на кровать смотрю. Эх, ну ладно, ладно, убил. А чё звука нету? Или звука не должно быть? Хорошо. Будем мстить вам сейчас скоро. Ой, здрасте. Фонарик. На тебе в лицо. Слепит, слепит. А тут идет его кентуха. На тебе фонарика. Блин, а ты что, фонарика не боишься? Ой, я еще и скриншот сделал. О, опять музычка пошла. Все отлично. Так, кто там ходит? Посидим здесь. Слышите, ходит за дверью? Крячка или кто-то? Как будто молоточком кто-то бьет. Слышите? Ищут, ищут меня. Опа, слышу. О, блин, не успел маску одеть в последний момент. Да как ты зашел? Я же смотрел на двери, тебя не было. Хорошо. Раз так, достаю револьвер волшебный. Отвали! Уходи! Нати! Кто еще? У нас теперь один на один. Два на один. Кто выживет, я или пацаны? Получается, пацаны. Я аж немножко дернулся, если честно. Ты что так пугаешь неожиданно? Пулькой в лоб хочешь? Да когда? Войну, да, мне объявили? Давай, кто на меня? Ну? Вижу, вижу, вижу! Черный челик ходит! Отвали! Он хочет меня убить! Да как ты меня убил? Ты невидимый был или как? Кэт Макс, как ты меня убил? Телепатия. Телепатия? Это как? Что за телепатия? Вот так вот. На. Пацаны думают, меня можно так просто убить, ага. Есть, за мной, за мной. Видите, пацаны? Кто из нас лучше, я или вы? Кого-то слышу, но не вижу.
Не вижу. Ну кто? Опа. Музыка пошла страшная. Никто меня не может убить. Я стекла выбиваю в доме. Ну чё, все, обосрались? А? На, Лефти идет на работу в пиццерию. Пацанов сразу мочу. Уже не такие деловые, как раньше. Слышу, слышу, ходят. Ищут, ищут меня. На! Чтобы знал своих. На! Двоих со спины. Блин, я застрял в стуле. О, кто-то кота взял с Майнкрафта. Или это у меня Ксюха так делает? О, здорово. Я тебя знаю. Ух. Отомстил. Хорошо. Блин, я в друг друге появляюсь. О, нормальная, кстати, позиция. Хорошая. Оп. Так, ну чё, где вы, мужики? О, кстати, как можно как Дед Мороз туда залезть? Нет, нельзя. Слышу, слышу челика. Где ты, где ты? Вот тут, подо мной прям, где-то ходит. Ну давай, выходи! Секунд. Вот, я тебя вижу! А чё, через стекло не могу убить? Вижу, вижу! На, есть. Отстрел аниматроников пошел. Вы меня больше не испугаете. Я не ведусь на эту штуку. О, вижу. Так, давайте в дом забежим. О! Иди сюда. Буду мстить. Кто меня убил только что? Так, давай, давай. Я на своем месте рабочем. Идут, идут. Слышите? На тебе. Кэт Макса завалили. Пацаны, буду мстить. Идет, идет. На. Есть. Ах ты, марионетка злобная. У меня есть запасной план. Сейчас я вам покажу. У меня есть специальное оружие. Кэт Макс, ты готов? Да. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас отбегу отсюда. Hasta la vista, baby. Пацаны, вы живы остались? Вот это жахтало. Вот это я люблю делать в конце серии. Самый класс. Смотри, как светло и тепло здесь стало. И топить не надо. Марионетка жива осталась. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.